Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Ча. Сегодня четверг, 29 сентября. На улице у меня пасмурно, но тем не менее я бодра, энергична и предвкушаю прекрасный день. Это очередной обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара евро-доллар. И начнем мы, конечно, с анализа вчерашнего дня. Я не меняла ничего. Посмотрите, что вчера. Сужение пошло вот такой вот треугольник, так называемый флэт. Вчера был туда-сюда. Хоть тренд был нисходящий, в принципе, видите, мы показали тренд нисходящий, но мы двинулись и вверх, и вниз. Тем не менее, все-таки получается, что тренд был все-таки нисходящий, потому что лоу мы позавчерашнего дня обновили. Хай, конечно, нет. Но вот сегодня уже на открытии вон евро пошло вверх. Но сейчас я сделаю маленькую паузу и поменяю, посмотрю, что показывает на сегодня. Сегодня нам показывает уже восходящий тренд, пересеклись, и мы идем вверх. Сейчас вполне вероятно, что опять, видите, находимся, и это показывает нам тоже, что выше волшебного индикатора, но для уверенного пробоя вверх, для уверенного становления должен быть пробой выше этих скоплений, должен быть где-то хотя бы до линии недельной или до линии месяца, потом откат сюда, и можно становиться вверх, хотя, пока еще, видите, нету. Находимся выше, если сейчас закрепимся выше, здесь не пойдем ниже до разворотной линии дня, или до разворотной линии дня, это у нас 1.12068, или даже ниже, 1.12.00. Если мы сюда не пойдем, а прямо отсюда развернемся вверх, вполне возможно, что уже можно отсюда становиться. Вот такие ожидания. Цель сейчас посмотрим. Если посмотреть все цели внизу пока что по евро, на всех вверху цель только на днях находится у нас, и эта цель сначала на неделях, эта цель у нас 1.320. 1.13205, первая цель, возможно, мы сюда дойдем, и следующая цель уже гораздо выше, гораздо дальше на днях, это где-то 1.150, и дальше посмотрим уже, потому что дальше осталось на неделях, цель уже только выше. Посмотрите, сегодня видите, формируется, возможно, все-таки мы прямо отсюда пойдем дальше вверх. Итак, следующая пара у нас доллар-франк. Я опять-таки не меняла вчерашний, показала нам, посмотрите, показал восходящий тренд, что и в принципе и произошло. Хай позавчерашнего дня мы обновили, лоу нет, то есть все-таки тренд был восходящим, и опять видите, все идет в скопление, сужается в треугольник, и тестируем этот волшебный индикатор, никак не пробьемся. Здесь то же самое показывает, сейчас посмотрим на сегодня, что нам показывает, маленькую паузу. А сегодня показывает нам наоборот, что мы разворачиваемся вниз, что возможно мы не пройдем этот уровень, не закрепимся выше и пойдем вниз. Внизу цель у нас где эта недельная линия, это где-то 0.967.65, возможно, там чуть ниже, где-то здесь. Если все-таки будет продолжение вверх, то цель, конечно, смотрите, цель это 0.973.60.3.65, где-то, возможно, чуток выше, если все же пойдет вверх, потому что, видите, волатильность внутри дня и сужается все-таки в треугольник, что возможно, что и туда, и сюда, также. Возможно, обновит лоу вчерашнего дня и хай сегодняшнего, либо
опять-таки вот где-то в этих пределах, в этом треугольнике будем сегодня. Думаю, что завтра на закрытии недели будет прорыв уже практически по всем валютным парам. Ну, посмотрим. Итак, это был у нас доллар-франк. Следующая пара у нас фунт-доллар. Фунт-доллар я опять-таки тоже не меняла. Посмотрите, показывал у нас вчера восходящий тренд. Ну, в принципе, так и произошло. Хай обновили позавчерашнего дня, лоу нет. Ну, соответственно, тренд был восходящий. Очень долго тестировали. Вот вчера, видите, волшебный индикатор. Вот, и наконец-то как бы сегодня на открытии прорвались. Ну, посмотрим, что сегодня нам показывает. Маленькая пауза. Ну что ж, на сегодня нам показывает все-таки у фунта тренд восходящий. Значит, вот мы, видите, оттолкнулись, как бы почти оттолкнулись от разворотной линии дня и от замечательного индикатора. И идем. Цель у нас, вот она, что на неделе, что вот здесь цель у нас получается 1.307.50, ну и возможно даже еще выше. Вот следующая цель у нас идет недельная, то есть 1, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас, 1.309.49, ну 1.309.50, вот где-то такие цели вверху, запоминайте. Вот, ну а внизу, что нам показывает неделя? На неделе к нам тоже показывает, что возможно мы еще раз придем сегодня протестировать вот пересечение к неделе, показывает немножко сместились линии, и неделю показывает нам пересечение, что мы сегодня развернемся вверх, недельный тренд развернется. Ну, возможно, сегодня во второй половине дня, к середине дня где-то, вот, возможно, придем еще раз, так как фунт, я говорила, пара достаточно волатильная, вот туда-сюда, возможно, мы придем еще раз тестировать и вот линии, что здесь у нас, какой уровень, 1.297.17.10, возможно, вот где-то вот так вот придем сюда тестировать и дальше пойдем отрабатывать тренд восходящий. Вот такие у нас ожидания по фунту доллару. И на очереди у нас доллар-иена. Вау, красота какая, доллар-иена сделала на открытие ночью. Видимо, опять-таки какие-то новости. Иена, доллар-иена ночная пара в основном, как и австралийский доллар, они ночью. Движение я не меняла вчера. Вот посмотрите, что вчера у нас показывало, что как бы идем вниз и пересечение, разворот наверх. Вот оно показало. Вот здесь пересечение, правда, слабое, но оно было. И вот смотрите, на вчерашний день опять-таки не меняла, вернулись, откатили, вот, ой, оттолкнулись от дневной линии, от недельной линии и пошли вверх. Недельную линию протестировали, вторую. И вот тоже ее тут на открытии сегодня тестировали. И вот какое движение вверх. То есть вполне оправдался, вот, ну не то что прогноза, скажем так, линии вполне показали, что отсюда идет разворот дневного тренда наверх, что в принципе ночью на открытии и произошло. Давайте посмотрим, что нам сегодня показывает. Ну что ж, нам показывает тренд восходящий, что и стоило ожидать, конечно. Но я смотрю, вот к завтрашнему дню недели тоже показывают, что восходящий тренд, что разворачивается. Очень возможно, что мы сегодня пойдем еще дальше. Вот у нас следующий уровень, это еще одна месячная линия. Вот сейчас мы тестируем линию месяца, видите, пробой случился, откатили, вот откатили к линии дня. И вот месячная линия, это 102.390, ну, возможно, даже выше, либо можем чуть-чуть не дойти до этого уровня, 102.390. Цель следующая, если вверх. Ну, вполне возможно, что вот мы сейчас можем откатить сюда вниз до второй вот линии дня, вот который показывает нам, вот видите, такой угол треугольник. Это 101.90,
101-90, мы вполне можем сюда дойти, еще раз протестировать, прежде чем пойти вверх. Ну, а вот чуть еще ниже, ну как не чуть ниже, совсем прям низко находится разворотная линия дня. Не знаю, не уверена, дойдем мы сегодня до нее, потому что сначала вот линия дня, потом линия недельная и только аж разворотная линия дня. Ну вот такие ожидания у нас по паре доллар-иена. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья. С вами была Анастасия Час. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, что вас интересует. Покажите, что вам это нужно, что вам это интересно. А я со своей стороны сделаю все, чтобы добавить ценность и чтобы помочь вам получить больше профита. С вами была Анастасия Час, повторюсь еще раз, и пока-пока, до следующего обзора.